Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня я буду готовить второй, кстати, по счету напиток. Первый был тоже из облепихи, но немножечко другой. Я оставлю ссылку в описании или вот где-то там. Это у нас второй напиток, немножечко другой. Сейчас увидите, но очень-очень вкусный. И мы его обязательно с вами завтра попробуем. То есть он должен сутки настояться. Сейчас я его делаю на ночь. Ночь настаивается, и с утра мы с вами его будем пробовать. Итак, как я его делаю? Нам понадобится облепиха. Где-то там 3 столовые ложки. Раз. Два. Где-то так, можно 4. Давайте 4 добавим для красоты. Так. Также нам нужны сушеные яблоки. Вот такие вот яблочки. А мы готовим его на один раз. То есть второй раз мы его заваривать ту же самую смесь мы не будем. Где-то вот немножечко, где-то 2 кулачка мы добавляем. И также нам понадобится замороженная смесь листьев, черной смородины и мяты. Можно, если у вас есть свежие, добавить свежие. У меня замороженная. Вот так она выглядит. У меня уже осталось чуть-чуть. Ну и ее туда высыпаем. Вот она там. Так вот много. И все это дело мы с вами заливаем кипятком. Немножечко я сдвину сюда, вот в этот бок, потому что сейчас пойдет пар. Так, вот наш термос. Я взяла камеру отдельно, чтобы не запарить ее. И выливаем туда кипяток. Вот, доливаем до определенной черты. Мне немножечко воды на самом деле не хватило. Вот, но это ничего страшного. Так она выглядит. И закручиваем сразу. Закручиваем и настаиваем так всю ночь. С утра мы с вами его будем пробовать. Для вас это пройдет 1 секунда, а для меня вся длинная ночь. Вот такого вот она цвета у нас, темно-желтенькая, очень-очень вкусно, но облепихи немножечко я много добавила, он кисленький. Если добавить на 1 столовую ложку меньше, то он будет не такой кислый. Можно добавить ложку меда, будет медовый вкус. В прошлый раз я делала, он был вкус медовый, но меда не было. Я, видимо, облепихи немножечко поменьше добавила. Вот. Очень вкусно, ребенку очень нравится именно вот сушеные яблоки. Не знаю, я попробую, наверное, в следующий раз с сырыми яблоками, то есть не сушеными. Интересно, какой будет эффект, но мне кажется, будет типа как компот просто и все. Вот, а здесь вот что-то уже другое, даже цвет другой и очень-очень-очень вкусно. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Понравилось вам, не понравилось. Чем понравилось, может быть, свои рецепты. Я обязательно их попробую. И всем пока-пока.